Здравствуйте, дорогие мои подписчики канала «Мамины истории» и те, кто просто смотрит этот канал. Я обращаюсь к вам с просьбой. На канале мы с вами работаем уже не первый год. Для нас канал как одна семья. Мы там что-то обсуждаем, о чем-то советуемся. Ну, в общем, на канале своя жизнь. А теперь мне нужна ваша помощь. Дело все в том, что мой внук открыл на Ютубе свой канал. Это канал для детей и их родителей. Здесь интересные видео о природе, о животных, изучение английского языка, некоторые поучительные истории. И, знаете, ему нравится работать, но все дело в том, что YouTube выставил свое условие. До 20 февраля на его канале должно быть не меньше 1000 подписчиков. А оказалось, что за такой короткий срок не так уже и легко собрать эту 1000 подписчиков. И я обращаюсь к вам и прошу вашей помощи. Помогите, поддержите мальчишку, подпишитесь на его канал. Вот. Знаете, как говорят, помоги ближнему, и твоя помощь окажется как бы в 10-кратном размере полезнее для тебя. Вот такая вот история. Ссылочку на его канал я оставлю в конце. Вот, ну, что еще? Еще я вас очень попрошу, помогите ему. Знаете, мальчишка загорелся, ему нравится. Это его первое, так сказать, серьезное такое дело. Вот, и я думаю, если каждый из вас подпишется под этим, то все у нас получится, и у мальчика все будет хорошо. Он соберет эту 1000 подписей. Ну, а ребенок есть ребенок, он будет счастлив. Ну, вот и все. Спасибо вам большое, спасибо за понимание, вот, спасибо за поддержку, спасибо за помощь. До свидания, до новых встреч. Желаю вам всем успехов и удач во всех ваших делах. Канал «Мамины истории» и я. До свидания.